деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Нас атакуют! Нас атакуют войска крысы! Идем ваших приказов. Милорд, мы идем. Мы уже в пути. Какие будут указания? Выдержали нашего натиска! Эти трусы сбежали, сэр! Мы не успели их поймать, и они наверняка нас выдадут! Победа! Вы храбро перебили множество патрулей крысы, но в последнем сражении нескольким отставшим солдатам удалось уйти. Хотя специальных распоряжений вы не получили, ясно, что нельзя дать им добраться до герцога де Пюса и раскрыть ваше местоположение. Вы отправились в погоню за выжившими соглядатаями и углубились далеко в соседнее графство. Но когда в сумерках спустился туман, вы потеряли их след. Тем временем... Они перехватили полдюжины моих патрулей, а теперь еще и вторглись в одно из моих графств. Что делать? Спокойней, Депюс. Все заслуживающие внимания мятежники давным-давно сбежали за границу. Об этих сопляках позаботятся ваши люди. Почему бы нам не развеяться, как насчет охоты? Но они уже чуть не в двух шагах отсюда! Я должен что-то предпринять! Просто пошлите небольшой отряд, чтобы отрезать их от убежища. Легко сказать! Расслабьтесь и поверьте мне, когда мы вернемся с охоты, проблема уже решится сама собой. Змея некогда был губернатором одной из богатейших провинций и вел роскошную жизнь, присваивая значительную часть налогов. Когда король это обнаружил, змею выслали сюда, в новые колонии. В одном из своих первых сражений он потерял глаз в схватке с вашим отцом и поклялся, что не успокоится, пока головы всех членов вашей семьи не украсят стены его крепости. Ваши разведчики докладывают, что у вас нет ни припасов, чтобы продолжать погоню, ни войск, чтобы пробиться назад к заставе. Ваш единственный шанс — закрепиться на островке посреди широкой реки
и один из ваших лейтенантов уже начал там строительство укреплений. Земли у реки очень плодородны, там можно выращивать зерно. Пойти амбар, сэр. Как насчет обеда, мой лорд? Ждем ваших приказов. Это нельзя здесь разместить, милорд. Сохранение. Thank you.